что этот клип будет, знаешь, на преодоление. Будет холодно, потому что песня про 3 дня холодно. Нашего режиссера зовут Валерий Невин. Мне очень нравится его мышление, мне нравится, как он видит кадр и его стиль. У нас 2 съемочных дня планируется. И первый день — это как бы идея в моей голове. Это мысли в моей голове. Это то, что происходит со мной внутри. То, что не видит никто. И это пустота, это холод, это неопределенность. И какие-то образы туманные. И все в тумане. И я не вижу, не могу ни за что зацепиться. Вот что происходит у меня в голове. А второй день — это съемка на студии, где мы, собственно, со всеми музыкантами приходим и записываем, собственно, эту песню. Мы сейчас отснимем просто... Вот сейчас мы готовимся часов 4, а сейчас отснимемся одним кадром. Да, это очень быстро. Просто вот камера проходит, и все. Привет, все, ребята. Кто будет?